было мое утро. Привет всем, кто нас смотрит. Мы каждый день делаем зарядку. И хотим сегодня показать нашу лечебную физкультуру, которую нам дал врач, для того, чтобы предотвратить сколиоз. Если вам родители интересны и детки интересны, то, пожалуйста, смотрите, наблюдайте. Очень легкие, интересные упражнения. Но лучше всего обратиться к врачу, и чтобы он назначил вам индивидуально каждому. Ну что, покажем, ребят? А как врача зовут? Вертеброневролог, да. Еще мы завтра уезжаем! Это наш последний, заключительный день на острове. Давайте, ложитесь. Давайте. Итак, мы ставим время 2 минуты. 2 минуты поставлены, таймер мы засекаем. И у каждого индивидуальное упражнение, поэтому и мама, и папа помогают. Поднимаемся, поднимаем вверх плечи у сына и ноги вверх. Держим и 2 минуты стараемся просто придерживать плечики. У Евы лопатки упираются друг в друга. Угу. Лопатки друг друга. Плечи тянутся. Папа, немножко ниже сядь. То задней половине туловища. Часть носа только видно. Самое главное, детка, что родители только придерживают можно, немножко скажи, плечики. Туда дети сами держат. Эти черные. И да, здесь муравьи бегают. Один жук. Нет, это муравьи. Улыбаемся. День начался. Хорошо. Радуемся. И мы уезжаем завтра. Сын очень радуется, что мы уезжаем, потому что едем мы в другой город посмотреть и тигров, мою крестную панды и встретиться с крестной мамой. Да. Держим плечи на сами. Место. Улыбаемся. Шла Казань! А когда мы летим в Казань, да. Все. Кстати, следующий пониже. Поход может быть крестным папу. Пониже. Улыбаемся. Сынок молодец. Ева молодец. Улыбаемся не только ртом, но и всеми органами чувств. Все. Печенкой, сердцем, внутренностями, всеми-всеми. Держим, держим. 2 минуточки держим. Ева, ножка. У нее ножка лежит просто. А лежать лежит? Да, а у Адама ножки кверху, чтобы колени не прикасались к полу. Нет, положи мне. Положи как нужно. Плечики вверх, груди не лежат на полу. Адам, у тебя коленки упираются. Коленки вверх. Вот, тянем. Молодец. Родители внимательно смотрим, чтобы дети делали. Все. Ложись, все, и одно упражнение сделали. Следующее упражнение у Евы одно, у Адама другое. Вставай. Собака! Делаем собачку. Адам, ручки под ручки плечами. Под плечами. Смотрим на камеру, улыбаемся. Родители помогают. Опять плечики берут, сводят в это время. Ножки всем ровные. Здрасте! Плечи. До нас сводят лопаточки. Смотрит. Поясничный прогиб. Берем внимательно. Поясничный прогиб. Берем плечи. И сводим их вместе, ближе к ушам. Помогаем. Лопатки друг к другу. У дочери точно такое же упражнение, но на другую ногу. Самая главная задача, чтобы лопатки были сведены. Ева, как тебе? Отлично. Так, Адам. А улыбка? И улыбка. Мы завтра уезжаем. Говорите, ура! Ноги. Что мы уезжаем, мы возвратим наш дом! Держи, пожалуйста. Да? Да. Какой улыбаемся. Улыбаемся. И про улыбку. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. Три, четыре. И хорошее настроение. Мы Казань больше вас. Мы Казань уезжаем. Нет, пока не в Казань. Мы едем к тиграм.
тигр. Ты помнишь? И слон. Какой город? Город? Как называется? Чангмай. А тигр это север Таиланда, культурная столица. А слоны? Улыбка. От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе. Все, одно упражнение закончили. Теперь Адам встает на коленочки. А Ева подтягивает. Рассказывай, что ты делаешь. А я... Спереди не вот видно. Вот туда, смотри. Боком он, пусть Адам. Давай боком, пусть вот сюда. Лицом к папе встань. Стоп. Вставай. Лицом к папе. Стоим. Попу ниже. Здрасте опять! Здрасте опять. Вот так стоим. Плечики сводим, а попочку как будто на унитаз садимся чуть-чуть слегка. Опа! А Ева, рассказывай, что делаешь. В камеру посмотри туда. Я... Улыбайся. Плечи так, свожу вот. Вместе. Плечи свожу вместе. Не садись совсем. Спину как... тяну к попе. Спину тяну к попе. И как держи вот так. Стою. И ноги поднимаю и тяну. Папа! Как это упражнение называется, Ева? Мы слона увидим! Это лодочка. Посмотри, скажи. Это лодочка. Папа. Это обычная лодочка, папа. Когда плечи и ноги кверху. Скажу! Конечно, но тебя не видно. Для того, чтобы было видно, попу вот так держи, как на унитазе. А слон будет кусаться? Слон не будет кусаться. А ты слонов видел уже? Тигров, главное, увидел. Ты видел слонов? Ты видел уже слонов? Мы же ходили. Держи попу. Одного хватит. Попу не поднимаем, придерживаем все время, потому что ребенок все время хочет поднять попу. Сказали, мы держим, смотрим внимательно на попу и поясницу, и лопаточку сводим. Посмотрим. И мы если будет так время, же две минуты. Хорошо. И мы завтра видели. Это обезьян. Обезьяночек. Вчера, видели? А не завтра. Вчера видели. Вчера обезьян. И быка. В лесу. Эти упражнения делаем и утром, а вечером. Попу поднимаешь. Зовут. Еще больше плечи назад. Папа. И попу. Как собаку? Вот. Как эту кружку зовут? Ты попу поднимаешь, держи, я пожалуйста. Забыл. Кружка, я тоже не помню. Боб. Кабана. Мы ходили на кабана смотреть. На одном из пляжей возле кафешки. Coral Beach живет, пляж называется. Живет кабан. Самый любимый кабан на острове. Да, и наш теперь стал. И у него есть страничка в Инстаграме. Страничка в Инстаграме. А еще есть бык! Быки здесь ходят. Но... Ты можешь держать попу? Сынок. А, рог быка. Мне это очень сложно, попу, когда попу, ты не назад. Держишь попу. Держи попу вот так, остановись, замри. Вот так, все. Попу не жали. Опять попу. Вот. Посмотри, у тебя голова должна в камеру видна. Вот. Ниже опять. Попу. Вот так, держи попу. Чуть выше. Чуть выше. Вот так, стоп. Адам больше любит это, как называется. Позировать и... Сынок, все, ложись. Так, теперь у тебя лежа упражнение, Адам, делай. А у меня дышим. Вот так. А у девочки собачка. Собака. Так руки назвали. Подтягивай, подключаем, чтобы были. Руки подтягивай, вот здесь должны быть. Самое интересное, что не тут море шумит. Вот прям вот за... 10 метров. 10 метров за этой... Вы слышите, я надеюсь, за нашей верандой шумит море. Подкладываем правую руку вниз под поясницу, талию. Под талию. Тем самым подтягиваем, чтобы поясница была кверху. Ножки ребенок ставит в коленочках. Кладем руку на живот и делаем диафрагмы. Помогаем дышать диафрагмой, диафрагмальное дыхание. У многих детей проблема с дыханием диафрагмы. Смотрим внимательно, чтобы вот грудь поднималась кверху. Выдох. Не вниз, а вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Рука в это время подходит под лопатки на вдохе, на выдохе вниз. И помогает дышать. Помогаем дышать ребенку. А, там руку одну вдох. Положи на грудь. Руки лежат на одну полу. На грудь. Вдох, выдох, вдох.
Вот. Сведите, пожалуйста, лопатки к ушам поближе. К ушам. Свели. Вдох. Выдох. Выдох. Вдох. Выше. Выдох. Таким образом помогаем ребенку научиться дышать именно диафрагмой. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Улыбка, Ева. И вот вперед выдох. Смотрим. Выдох. Рассказать, может, пока что-нибудь. Вдох. Адам. Выдох. Расскажи. Время 2 минуты. День. Также засекаем. Вдох. Смог. Вдох. Вчера мы проснулись, выдох. Сделали зарядку. Потом вдох. Пошли. Фрукты поели. Потом еще? Поели фрукты. Вдох. Потом пошли. Были вкусные фрукты, расскажи. Да. Потом... Какие фрукты ты ела здесь? Ананас. Ананас еще. Вдох. Сынок, вдох. Давай, вдох. Если не помнишь, скажи. Выдох. А я... Желтый. Вдох. А банан. Я ел... Желтый. Можно я вообще скажу? В целом, какие фрукты ты ела? Перечисли. Ананас. Нет, ты пока не говори, ты пока дышишь. Я ел... Попозже будешь дыши, говорить. Дыши, Адам, дыши. Рис ел, да. Вдох. Выдох. Вдох. Ева, манго. Выдох. Еще раз. Ну что уж, перечень же много. Выдох. Все. Вдох. Закончили. Выдох. Закончили. Вставай. Встаем. Встаем. Адам делает подобное упражнение на коленках, которое делает Ева. А чуть-чуть дальше встает, вот туда, дальше. Ева, Ева. Дальше. Да. Вон туда, еще. Подальше, еще подальше. Поворачивайся. А ты встаем на ноги. Можешь лицом к маме. На нет, ноги встаем. Приседай. Приседаем. Ева, как на унитаз. Вот. Нет, ты слишком. Вот так. Все. Встаем. Плечи сдала. Чуть-чуть сюда. Теперь ребенок стоит. Ноги. Коленки рядом. Параллельно друг другу. Колени сгибаем. Вот и садимся будто бы на унитаз. Вот словно. Это стоя уже. Стоя тоже упражнение. И плечи в это время сводим назад. Плечи назад. Оп. Вот. И спину тоже спину ровно. Спину выравниваем. И плечи сводим. Таким образом стоим 2 минуты. Стоим. Ну, не знаю. Здравствуйте, опять! Здравствуйте. Попу ниже, сынок. Стоим. Можешь поговорить. Здравствуйте. Приветики. Какие привет. Сегодня планы, расскажите. Расскажите. Наши планы. Завтра уезжаем. А сегодня что будем делать? Сегодня что будем. А что будем делать тут? Ну, сидеть просто? Адам. Мы пойдем в гости с Адамом. Стоим, кому пожалуйста. Упадете? А нет. Мы уезжаем. Я завтра. Сегодня что будешь делать? Мы один. Нас один. Сегодня что будешь делать? У нас один день. Господи, ты не можешь встать. Можно я скажу? Говори. Иди, пожалуйста. Говори, кричать не буду. Ну, сядь. 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 Ма! Говори, говори. Не кричи, ты сейчас упадешь. Говори. Встань. Говори. Сын. Давай. 3-4. Садись. Коленки сложу. Садись. Стоп. Говори. Сиди, говори теперь. Говори. Наш планы. Сегодня, один. Сегодня. Какие сегодня. Планы? Какие у тебя сегодня планы? Сегодня не уезжаем, завтра уезжаем. Все. Ты падаешь. Один. Купаться так, пойдем. Купаться пойдешь сегодня? Да. Ну вот так и так, говори. Встаем. Идем купаться. Купаться и гостей. Тише, не кричи. Ложись на планку. На спину ее. На планку. Последнее упражнение, которое мы стали делать с детьми, это планочка. Ложимся. Вместе. И сами стали делать, и сами дети. Стали. А потом помогать. После встаем. Ребенка. Планочка. Поднимаемся. Руки под плечами. Руки под плечами. Адам, ты далеко руки убрал. О. Нет, стоим. Нормально. Вот так поближе. Ага. Стоим голову, смотрим и разговаривай. Выше. Наш план, мы сегодня будем в озере. Море. Море купаться. А потом подними, пожалуйста. Весь вот день. Так, все, стой. Держим. Посмотри туда теперь. А потом мы завтра... О, Адам. И... Вот, держим.
Нет, высоко. Пониже. Чуть ниже. Пониже. Туда смотри теперь. Мы завтра уезжаем. Улыбаемся. Аня, ну попа совсем легла. Спина-то ровная должна быть. Если хочешь научиться плавать, нужно... А теперь... После этих упражнений мы идем плавать. Это не собака морду вниз. Это планка. Подними, спина, пожалуйста, попу ниже. Попу выше подними. 2 минутки, осталось чуть-чуть. Стоим и улыбаемся. Расскажи ребяткам. Ну, а с кем ты здесь познакомился? Такое? Расскажи. Стой, стой. Если ему так не нравится, пусть на мы тут стоит. Познакомились с Аленой. Вдох. Стоит. Выдох. Ты что не делаешь? Вдох. Вновь будешь выдох. Время ставить? Вдох. Выдох. Пусть на локтях стоит. Надо, что ли? Да пусть стоит. Мне-то какая разница. А, вот вставай так, на локтях. Ложи. Вставай. Тебе так легче. Давай. Поп поднимай. Поднимай попу теперь. Поп поднимай. А, ну второй раз. Не кричи! Не кричи, пожалуйста. Никто не кричит, сынок. Попу чуть ниже. Иногда бывают капризки, и это нормально. С утра это нормально, да. Я начала с психосоматика, потому что ребенок не очень хочет что-то делать. Сопротивляется. Хочет привлечь внимание. Ева, дышим. Но на это мы не ведемся. Наверх голову. Дышим. И расскажи, привет, ребяткам, с кем ты вчера познакомился? И какой ну, замок ты построил на песке? С мальчиками, с девочками, с какой кем? Замок на песке построил? Ну, голову подними. Ну, кричать будешь. Дышим, кричи. Дышим, голову подними. Голову подними, пожалуйста, грудь. Посмотри на ребят. Одну руку на грудь. Ну, значит, тигров, наверное, не хочем поехать смотреть. Хочу! Продолжай, ты не дышала. Вот такие упражнения у нас каждое утро. Пока. Плохо дышал.